В Петербурге началась эпидемия гриппа. Медики обратились к горожанам с просьбой избегать мест массового скопления людей и в случае недомогания вызывать врача. На этой неделе порог заболеваемости гриппом в Петербурге оказался превышен на 28%. Болеют в основном дети 3-6 лет и те, кто не прививался. По данным медиков, большая часть зарегистрированных респираторных инфекций – это именно грипп, причем преобладает пандемический вирус H1N1, пугавший людей еще в 2009-м. Распространенный ранее вирус типа B теперь встречается все реже. Впрочем, доминирующий штамм может смениться в течение сезона. Подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечается в течение февраля и где-то до середины марта. Поэтому мы сейчас в начале этого периода. Рост заболеваемости будет продолжаться. Врачи настоятельно рекомендуют заболевшим ни в коем случае не ходить на работу. А если поднялась высокая температура, вызывать врача и не отказываться от госпитализации. Грипп, особенно H1N1, в первую очередь страшен осложнениями. Важно регулярно мыть руки и проветривать помещения. Во время поездок в общественном транспорте не стесняться и пользоваться масками. В следующем году обязательно прививаться. По статистике на сегодня среди заболевших нет тех, кто прошел вакцинацию. Такой возможностью в 2015-м воспользовались лишь 30% горожан.